Моя мама дитя войны, и мой дядя фронтовик, конечно, для меня нету мышления, и без вот этого духа победителя нету ничего. Поэтому я считаю, что прежде всего русский человек сражается за свою родину, за свои нравственные позиции, и духовность, которым одарен русский человек, которая ему дана свыше, я буду культивировать и в себе, и неважно, что я и каждый из нас, кто родился в СССР, мы все прекрасно понимаем, что изменилось, но самое главное, не меняется этот дух победителя и эта тяга к прекрасному, без чего нету русской души, открытой, прекрасной, и то, что все любят в русском человеке.